представляете? Я Юрий, мы представляем громаду города Харькова. То есть это не общественная никакая организация? Не, ну тут много организаций собралось, но мы вообще представляем громаду Харькова. А средних какие организации? Средних сотня Лева, громадська Варта есть, ультрасы есть. Потому что мы пришли, скажем так, рассказать, что на самом деле в городе Харькове снимаются непомерные налоги, то есть, которые даже как бы коммит признал, но ничего сделать не может. То есть где-то с 2000 года, я точно не помню, но уже собрано больше 2,4 миллиарда гривен лишних налогов. На эти налоги собирают, ставят скамеечки, которые радуются бабушке, которым радуются бабушки и голосуют за эту власть. А почему это не налоговое ведомство? Это не. Я имею в виду не налоги, а коммунальные налоги. За коммунальные. А какое отношение Нехорошкова имеет к установке вот этих тарифов, коммунальных налогов? Ну, он же начальник департамента. Ну, с какого года? Что? С какого года? Ну, точно я не знаю, но вот сейчас он им работает, и он не после революции. Скажите, пожалуйста, то есть ваши требования все-таки, да? Люстрация. В городе не прошло люстрации вообще. То есть заявили, что люстрировать некого. Вообще никого. В городской власти никого некого. Я имею в виду не депутатов, а именно работников. То есть вы сегодня требовали, чтобы люстрировали Романа Нехорошкова? Да. А скажите, почему не дождались? Вот принесли урну, да, куда вроде как... Ну, мы зашли, мы его как бы пришли, мы поднялись наверх, сказали, что его здесь нет. Он на совещании где-то в облсовете. Нам так сказали. А вы когда акцию планировали, узнавали, где, что, когда он будет, если да, вы собирались, да, конечно, лично, да, с ним общаться? Да, да. Мы знали, что у него здесь совещание должно быть 9 часов. Еще скажите, пожалуйста, в городе сейчас запретили использование пиротехники, петард, фаеров, всяких фейерверков. Почему сегодня на мероприятии массового скупчения людей они использовались? Ну, я не знаю. Я как бы не предлагал это. Люди достали, я ж не буду у них забирать из рук и драться с ними. То есть, понятно, да, это, наверное, нет, это не хорошо. Вы требуете исполнения законов, да, а получается сами нарушаете их. Ну, вы понимаете, давайте посчитаем, кто больше их нарушает. То есть не мы первые начали. То есть если законы исполнялись, никаких хождений, никаких митингов и фаеров, и петард не было. Согласны? А скажите, пожалуйста, кто такой Нехорошков? Руководитель департамента. Какого? Ну, с ЖКХ связано. Нет, он мне жилком сервисом не руководил. Спасибо большое. Спасибо.